Оренбурге в рамках акции «Мы славим женщину, чье имя мать» прошло торжественное награждение медалью материнства. Что главнее, да, семья или государство? Наверное, все-таки семья. Вот, потому что они сами к этому пришли, они достигли всех тех высот, за которые удостоены такой высокой награды. То есть они отмечены наградой президента. Конечно, это сложно, это тяжелый труд. И те женщины, которые решаются на такое, они достойны уважения и почитания. Вот. И, ну, я хочу что сказать. Семьи, где воспитываются трое детей, их уже очень много в Оренбургской области. В нашем городе стало доброй традицией проводить ежегодное вручение высокой муниципальной награды, медали материнства. Сегодня есть еще 6 многодетных мам, которые будут удостоены этой награды. Дорогие женщины, я от всей души хочу поздравить вас с наступающим праздником. Пусть мир и покой царят в ваших семьях. С праздником, наши дорогие мамы! Вручается Вере Васильевне Бирюковой, маме 9 детей. Существует традиция отмечать христианские праздники Рождество, Пасха. Для вручения медали материнства мы приглашаем на